честь столетия чувашской автономии повара из Чувашии и Узбекистана вместе приготовили плов. Совместный мастер-класс, конечно, шел онлайн. На столе в лаборатории Чебоксарского кооперативного института все, что нужно для приготовления национального блюда. Мастеров нашей республики и Узбекистана связывает давняя дружба. Они – активные участники многих престижных кулинарных фестивалей. Бок о бок стояли за рабочими столами. Юбилей Чувашии – весомый повод обсудить все нюансы готовки любимого всеми народами блюда. Друзья рады встрече. Наше кулинарное сообщество всей России и Чувашской республики тоже мы стараемся быть наравне на мировом уровне. Я очень тронут вашим выступлением и хочу сказать большое спасибо за нашу дружбу. И мы ждем вас, всю вашу команду, на столетие нашей автономной Чувашской республики. Если этот коронавирус пройдет и у нас настанут мирные дни, мы будем вас ждать. С праздником! Спасибо! Священно действовали на условной многонациональной кухне сам мастер и студент республиканского филиала института, призер и победитель всероссийских и международных кулинарных конкурсов Александр Ганиашвили. Телемост, Ташкент, Чебоксары смотрели обе заинтересованные стороны. Мастера национальной кухни обменивались советами, подмечали нюансы. Мастер-классы по приготовлению самых разных народных блюд организаторы планируют проводить регулярно. Пока в интернет-пространстве.